Чувствуете, да, как кровь побежала по венам? Раньше в селе Лесное Уколово Красницкого района занятия спортивного кружка «Ритм» состояли только из разминки и упражнений на ковре. Своим пожеланием приобрести для ДК несколько тренажеров спортсмены-любители поделились на форуме народной экспертизы осенью прошлого года. А уже весной в селе заработал полноценный тренажерный зал с велотренажером и беговой дорожкой. В Красное ездим, конечно, но редко, тяжело добираться и, ну, как-то удобно, конечно, когда на месте. Пришли после работы люди, вот позанимались. Мы планируем создать еще детскую группу, потому что вот сейчас время летних каникул. Можно семейные занятия проводить, и будет интересно, я думаю, и деткам, и взрослым. Сейчас занятия проходят 3 раза в неделю, но позаниматься на тренажерах самостоятельно можно ежедневно, в часы работы Дома культуры. И эту возможность жители небольшого села оценили по достоинству.